Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна, и мы находимся в магазине Доброцен. Это поселок Реполово. Давайте смотреть, какие новиночки приехали сюда. И повторюсь, не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях. ВКонтакте у меня есть группа, там я выкладываю полные ролики. Небольшие ролики выкладываю в Телеграме, и полные ролики можно посмотреть еще на моем канале на Дзене. Давайте смотреть, что сюда нового приехало. Самое интересное, мне кажется, для садоводов сейчас приехали саженцы роза флорибунда. Одна штука чайно-гибридная стоит всего 238 рублей 90 копеек в связи с тем, что обе у нас сейчас закрыто. Поэтому мы с вами за розами едем куда угодно. Вот сюда можно в Доброцен приехать. Давайте посмотрим, какие есть здесь сейчас. Например, чайно-гибридная Лила Вандер. Цветки с насыщенным фруктовым ароматом. Компактный куст идеален для срезки. Меня еще очень сильно высота самой розы интересует. Я не люблю высокие сорта. Здесь достаточно высокий сорт. 1,50 м, 1,75 м. Чайно-гибридная роза Джорджо. Это Джорджо, вот невысокая. 70-80 сантиметров. Роза флорибунда Queen Elizabeth. Queen Elizabeth у нас высотой 1 метр. Кстати, здесь есть подробная инструкция, как сажать эти розы. Роза флорибунда Том. Очень красивый, яркий цвет у этой розы. 70-80 сантиметров высота на рабатках и газонах. Роза флорибунда Боника. Между прочим, высота этой розы от 90 до метра. И она многоцветковая. Роза чайно-гибридная Мондиаль. Великолепное название. 70-80 сантиметров. Вот это мой вариант. И очень красивый цвет. А помимо роз в коробочках, есть еще розы в пакетиках. И она вообще идет здесь по супер цене. Роза Микс 132,90 ее цена. А компания Поиск производит эти розы. А роза парковая First Lady. Высота этой розы 1,20 м, 1,50 м. Очень густой, сильно разрастается, что нужно учитывать при посадке. Роза чайно-гибридная Белла Вита. Ее высота от 60 до метра. Роза Авалаш. Здесь кустарник высотой 80 сантиметров. И вот высокая роза. Роза парковая Луис Одьер. Здесь высота 1,5-2 метра. А здесь же в наличии еще луковичные. Не проходите мимо. Анимона, Ирис, Икси и Леатрис. На кассе также саженцы груши Микс, одна штука, стоит 228,90. Помимо саженцев груши, еще есть саженцы сливы. Смотрите, слива стартовая, слива Этюд и груша памяти Яковлева. Также рядом с кассой лежат саженцы яблони, это двухлетка, и черешня тоже двухлетка. Вот, например, яблоня Мантет, это летний срок созревания. Яблоня Папировка, это ранний летний сорт срока потребления. Берем яблоня Люба, зимнего срока потребления, это Папировка, и черешня Рева, позднего срока созревания. Дальше хочу обратить ваше внимание, шоколадочки наши любимые чуть-чуть подорожали. Шоколад Россия 42,90 сейчас здесь стоил 39 рублей. И что-то еще. Сникерсы сейчас в наличии. Батончик 145,50, тоже очень хорошая цена. Семена, не проходите мимо, тоже Поиск производит. И здесь я увидела очень интересно, базилик овощной в наличии. 5,90 за 25 грамм семян. В прошлый раз не было базилика. Руккула, капуста, морковь, кабачок и горох овощной. И семян очень много. Сегодня я обязательно приобрету еще вот такое удобрение. Это Орговит коровий. 2 килограмма стоит 129,90. В сезон нам всем обязательно пригодится. Смесь горохово-овсяная тоже для посадки. 1 килограмм здесь 71,90. Удобрение Биогумас универсальный 41,90. Под брендом «Правильный выбор». Это бренд сети Доброцен. Восстановитель почвы «Мечта червяка» 1 килограмм 179,90. Одна баночка на 1000 литров готового раствора. Много и других удобрений. Ягодная для лука, чеснока, для картофеля, свеклы, моркови и борафуска 105,90. Это все удобрение 2 килограмма. Сегодня я еще возьму вот такой Орговит куриный 112,90.
Это цена за 2 килограмма, тоже прекрасное удобрение. Сейчас товаров для садоводов очень много, что не может не радовать. Например, приехали дуги для парника. 2-метровые, здесь 6 штук. В отличие, кстати, от светофорских дуг, они матовые, мне нравятся. Диаметр 10 миллиметров, 349,90 цена этих дуг. Батрайдер 10 миллилитров, это от комплекса вредителей средства. Компания «Август» производит, 103,90. Здесь много еще всяких удобрений и инсектицидов. Вот, например, средство от крыс 19,50. Средство от колорадского жука 1 мл 7,90. Приманка от мух не жужжи 109,90. Сидират горчица белая 1 кг 115,90. Средство от медведки и проволочника 170 грамм 26,90. Средство от муравьев 6,50 за 10 грамм. Вот здесь все это лежит. Вот, например, истребитель медведки. Также есть средства для дачных туалетов и септиков 50 грамм 40,90 и биологическое средство для приготовления компоста 70 грамм 57,90. Вот эти все инсектициды. Вот, например, муравьед. Это рубит инсектицид. В общем, много всего. Саженцы малины 109,90 их цена. Одна штука в пакете всего. И производитель также Московская область, агрофирма «Поезд». Здесь из сортов «Новость Кузьмина» — это ранний срок созревания. Малина «Гусар» — тоже раннего срока созревания. И также саженцы жимолости съедобные. Одна штука 226,90. Осталось их не очень много. Они идут в коробочках. Жимолость съедобная, павловская. Много луковиц гладиолусов. 89,90. Эта цена указана за 5 штучек. И очень много всяких разных сортов и расцветок. Тигридия здесь есть. Анемона, иксия. Цена вот такая же. Это вот гладиолусы. Осталось немножко саженцев крыжовника. 145,90. Здесь крыжовник есть вот, например, такой. Крыжовник малахит. Среднего срока созревания. Участок небольшой, 6 соток. Среднего срока созревания еще крыжовник колобок. Буквально один кустик черной смородины. Его цена 109,90. В наличии прекрасные термосы. Кстати, привозили их еще прошлый мой заезд. Смотрите, термос стальной 1 литр 369 рублей. Новые чайники заварочные приехали 750 миллилитров. Цена всего 124,80. Стеклянный чайничек, а чайничек очень симпатичный, небольшой, и продается в яркой красочной упаковке за 124 рубля. Это просто подарок. Фильтр написано просто металлический, емкость 750 миллилитров, то есть это, скорее всего, не нержавейка. Для садоводов вообще очень много сейчас новинок. Например, шланг поливочный саморастягивающийся от 18 до 22 метров. Цена 449 рублей. Перчатки садовые есть в наличии, нитриловые. Очень классная цена. Они в Фикспрессе раньше стоили 50 рублей, а здесь 39,30. Размер 23 сантиметра, 32 грамма. Да, в Фиксе продавались точно такие же, рублей за 55. Здесь 39,30 их цена. Керамзит 15 литров, 184,90. А также есть кокосовые брикеты, но я единственное не кокосовый торф. Брикет 650 грамм, не вижу цену на него. Вот, кокосовые брикеты, знаете, тоже очень нужная вещь. Это тачка садовая. Грузоподъемность у нее тоже отличная, 90 килограмм. Объем 65 литров. Цена такой тачки 2357 рублей 90 копеек. Продается она в разобранном виде. Вот, тоже можете приобрести ее рядом с кассой, не проходите мимо. Набор ручного инструмента Колнер, 51 предмет здесь в наборе. В пластиковом кейсе 1499 рублей с набором бит и торцевых галок. Ранее также показывала, что здесь в Доброцене есть опрыскиватели садовые, объем их 12 литров, 1489 рублей. Посмотрите, вот такой большой, яркий оранжевый опрыскиватель. Часы настенные кварцевые 25 сантиметров, 183 рубля. Они есть в белом и, соответственно, в черном цвете. И много сейчас наличия вот таких френч-прессов 600 миллилитров. Простые стандартные френч-прессы в черном цвете они приехали.
пластиковые все элементы у этого френч-пресса. И единственное, не вижу стоимость на него. Производство Китая. Вот видите, это все коробки с френч-прессами. От компании Скова противень 29 на 20. И высота его 5 сантиметров. Тоже когда-то приезжал в фикс-прайсы. 229,90. А вот эти кастрюльки мне в прошлый раз очень понравились. Кастрюлька эмалированная. 419,90. Производство Китай. Она продается с крышкой. Вот такая симпатичная. Алюминиевую посуду к сезону дачному привозят часто в Доброцен. 249 рублей. Кастрюлька алюминиевая металлическая с крышкой. 249 рублей. И сейчас есть кружечки питьевые. 106,90. Тоже компания Скова, 500 мл. Также приехали котелки от Скова, 6-литровые, 531,90. И для тех, кто любит манты, казан 6 литров 1425 рублей. Есть кружечки, всякие кастрюльки. И вот миска алюминиевая. 1 литр 106,90. И тазы пищевые в наличии, 16-литровые. Вот их, кстати, осталось не так много. Цена такого тазика 695 рублей. Ковры, это тоже сравнительная новинка в магазине Доброцен. Ковер скролл, размер метр на два, 739 рублей. Есть ковер побольше скролл, размер полтора на 2 метра, 1089 рублей. Расцветочка у ковров одна, такая темно-серенькая в зигзаг. Раскрытого ковра нет, но, собственно, все понятно. Темно-серый цвет с зигзагом в виде темно-серой полоски. А сейчас давайте посмотрим, какие продукты есть в магазине Доброцен. И вот вижу целую выставку новых приправ. Это приправы под брендом Галео. Красный перец острый, я сегодня его, кстати, возьму. 16 грамм, 27,70 цена. Производство этих приправ – Польша. Приправа для мяса, приправа хмели-сунели, приправа смесь перцев, карри и для шашлыка. Цена всех приправ – 27,70. Комплект напольных вентиляторов. Две штуки в упаковке. 40 ватт, 2299 рублей. То есть продается этот вентилятор в такой вот коробке картонной. 16 дюймов, высота 43 сантиметра. Простые салфетки двуслойные, 100 штук, тоже всегда пригодятся. 48,90. Просто белого цвета. Губка для посуды от компании Еврохаус. 10 штук. 80 на 5 и на 25 сантиметров. Очень симпатичная канистра бидон от компании Aqualine. 5 литров. Стоит 147,90. Жидкость для удаления известкового налета. 139,90. Это жидкость от компании Mr. Proper. Удаляет известковый налет и мыльные разводы. Здесь 900 мл. Пятновыводитель ваниш 2 литра. Для тканей в бутылке 369,90 его цена. Еще в прошлый раз мне очень понравились вот такие табуретки. Она же скамейка. 29 рублей стоит. 150 килограммов максимальная нагрузка и большой плюс этой табуреточки. Оп, здесь есть небольшой ящик. Ее можно использовать как лесенку, можно использовать как табуретку. Знаю, что есть любители покупать грунт в светофорах, добраться до завода. Здесь есть еще и грунт. Пока почва грунт торфяной, добрый помощник. 50 литров, универсальная 174,90. И второй вариант, универсальный торфогрунт за 145,50. Это 50 литров оба варианта грунта. Вот в таких больших упаковках пока грунт еще есть. Керамзит сюда еще сгрузили, тоже нужная вещь для посадки. 184,90, 15 литров керамзита в составе калий, кальций, марганец и железо. Керамзит-дренаж – это специально подготовленная обожженная глина. Если вам уже наскучило готовить утку, сейчас Доброцен вам предлагает приготовить гуся. 1 килограмм этого гуся стоит 414 рублей, и это первый сорт. Но обратите внимание, здесь в гусе, между прочим, 3 килограмма 800 грамм. Сейчас много всякой мясной продукции, например, язык свиной 383,30. Баранина курдюк замороженная. Здесь в одном кусочке 770 грамм. Это вот кто любит на курдючном сале, я так понимаю, что-то жарить.
плов делать. Вот можно здесь купить рагу из баранины за килограмм, цена 103,50. Это тоже диета производит. Но здесь в одной упаковке практически 2 килограмма. Сердце цыплят бройлеров 277,20 за килограмм. Здесь 500 грамм. Зашла в холодильник, и здесь есть тушка цыпленка для запекания от Петелинки. 1 килограмм 273,30. Она уже идет в пакете. Ее просто нужно достать из этой большой упаковки. Но обратите внимание, здесь в одной упаковке 2 килограмма. Яйцо куриное, категория С2, 30 штук, 200 рублей. Уже стоит яичный дом. Но могу сказать, что здесь яички, конечно, совсем малютки. Самые маленькие яички, если вы не любите большие, они практически по размеру как перепелиные. Можно их за перепелиные выдать. Колбаса любительская 1 килограмм. В пузыре от Благодарушки 333,90. Сегодня от Микояна есть. Хлеб печеночный 300 грамм 79,90. От Квалиты новая поставка продукции, например, баллы Монреаль от Квалиты 500 грамм 239,90. Мясное ассорти шейка 245,90, тоже 500 грамм. И мясное ассорти сальчичон от Квалиты. Нарезка меня здесь смущает, честно. 233,90. От Микояна колбасы сервелат зернистая 1 килограмм 274,90. А вот сальчичон от Квалиты есть целиковый, не обрезанный. Лучше уж такой купить. 564,90 за килограмм. От компании Папа Может тоже есть. Вот ветчина домашняя, например. Сейчас большая такая упаковка. 272,10. Есть небольшая ветчина мясная. Тоже Папа Может. 400 грамм 113,90. Сейчас мясной продукции очень много. Колбаса докторская в Синюге. Некий производитель Добров. 298,90. Вот Микояна завезли и ветчину Владимирскую 1 килограмм 269,90. Сосиски классические от компании Папа Может 259,90 цена за килограмм. Здесь упаковки как раз почти килограмм. Много продукции под брендом Правильный выбор. Грудинка классическая 1 килограмм 340,90. Это грудинка нарезка от Квалиты 202,90. Вот она, тоже цена за килограмм указана. Мясное ассорти прошутто 239 рублей, тоже Квалита. Сегодня столько интересной продукции здесь. Например, творожный сыр от Экомилка. Здесь сейчас наличие 184,90. Упаковку такую я еще нигде не видела. Для приготовления суши и чизкейков прекрасно подойдет. За 400 грамм супер цена. Сыр моцарелла от Претта 460 грамм для пиццы 296,90. Очень вкусный, я его уже брала. Сейчас выложили творог от Пушкиногорского молочного комбината 350 грамм. Не вижу только цены на него, но сегодня обязательно возьму, попробую. Это продукт без заменителя молочного жира. Смесь мексиканская овощная 1 килограмм стоит 143,90. Также есть смесь овощная замороженная личи. Это также производитель Морозко. И гавайская смесь личи стоит 136,90. И смесь овощная замороженная гавайская. Она идет с рисом. Ее цена 163,90. В ассортименте Доброцена появились и осетинские пироги. Пирог осетинский 500 грамм, картофель, сыр и картофель, грибы. Цена его 191,90 за 500 грамм. Ну а на этом я хочу закончить свой обзор из магазина Доброцен. Много всего интересного сюда привезли. Обязательно приезжайте. Есть и много товаров для садоводов и продуктов. Очень много интересных. Так что ассортимент вас точно порадует. Не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях. ВКонтакте, а также в Телеграме у меня есть группа, и на Дзене. В Дзене и ВКонтакте я выкладываю полные ролики. Что произойдет с Ютубом, мы не знаем. Теряться не хочется. Ну а на этом я с вами прощаюсь, уважаемые подписчики. До свидания, до новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока.